Всем привет, я нахожусь в Амстердаме, ем мороженое и хочу отвезти вас в офис компании Apple. В офис компании Apple, вот ее яблочко. Чем мне интересен этот офис? Конечно, архитектуры. Обратите внимание на радиус окна. Я полагаю, что такое окно стоит не менее 15-20 евро. И таких окон в этой компании просто все. Самый прикол, который здесь есть, это стеклянная лестница. Обратите внимание на эту лестницу. Она абсолютно полностью из стекла. Такие крепления. Необычайное ощущение легкости, воздушности. Чуть не упал. Привет. То есть вот такая стеклянная лестница. Если посмотреть на офис компании Apple в Амстердаме, то это необычайное слияние хай-тека и, ну, я думаю, хочу соврать, я так даже не скажу, что это за стиль. Ренессанс, по-моему. Хай-тек и ренессанс. Необычайно воздушное стеклянное здание. И что интересно, здесь куча сотрудников, порядка 25 сотрудников Apple. Каждый, который из сотрудников к вам подходит, первое, что он должен сделать, это улыбнуться. То есть он сначала улыбается, а потом задает вам какой-либо вопрос. Куча разных новомодных гаджетов на двух этажах, которые нужно подойти и потрогать. Поскольку там Амстердам, то масса необычайных людей. Но больше всего меня поражают вот эти вот витринные окна, которые вообще не имеют никакой геометрии. Они полукруглые, они выпуклые. И это волшебная лестница. Как она крепится, можно только догадываться. Толщина стены 3 сантиметра. Вот чувак, который улыбается. Постоянно улыбается. Хай. Ну и если кому интересно, то Apple, он и в Африке Apple. Все можно потрогать, подергать и все такое. Опять улыбается. Рыжий. Здорово, рыжий. И куча всех, кто улыбается. Мне здесь нравится лестница и необычайная архитектура. Вот такой он Амстердам.